Начну, а потом еще продолжу. В моем сердце было такое желание поделиться с вами переживанием определенным. Это, ну, я назвал это слово «Одного просил я у Господа» или «Четыре ужаса моей жизни». В 26-м псалме Давид говорит такие слова: «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид говорит, имея определенный опыт, что Бог мой свет, мое спасение и крепость моей жизни. Вы знаете, это заявление человека, который на самом деле не всегда так думает. Это состояние, в котором мы так думаем, когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы чувствуем очень близко Божье присутствие. Петр в этом состоянии говорил: «Господи, я с тобой и в темницу, и на смерть пойду». Но через несколько часов он от него отрекся. И Давид говорит здесь о том, что на него могут восставать враги, злодеи, противники, полки и даже война. И в этом состоянии он говорит: «Одного просил я у Господа». Мы бы, наверное, попросили одного избавления из всех этих проблем. Но Давид говорит: «Одного просил я у Господа, чтобы пребывать мне в доме Его во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Вот это самое главное желание Давида, и это должно быть самым главным желанием нашим – одного просить у Господа. Бог – премудрый Бог, Он – заботливый Отец, Он – добрый пастырь. Когда Он ведет нас через определенные обстоятельства, Он делает это с определенным умыслом. Он не потерял нас, Он не выпустил нас из вида, когда нам тяжело. Он испытывает нас. Он испытывает нас для того, чтобы в конце концов сделать нас такими, какими Он желает нас видеть. И вот Давид переживания свои описывает и говорит о четырех нарастающих испытаниях и опасностях в его жизни. И знаете, я тоже переживал вот эти четыре такие опасности, нарастающие по очереди в моей жизни. И он говорит, первое, что на него восставало, это злодеи и противники. Второе, это враги. Третье, это полк против него ополчился. И четвертое, восстала против него война. То есть такое вот по нарастающей происходит давление на Давида. Но при всем этом он говорит: «Я у Господа просил только одного». Дорогие братья и сестры, что бы с нами ни происходило, какие бы обстоятельства ни окружали нас, какое бы давление ни производилось на нас, мы должны понимать, что у Бога все под контролем. В 22-м псалме Давид описывает свои переживания. И он говорит: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла». Однажды Господь обратил мое внимание на эти слова. Я всегда раньше, когда читал, я почему-то думал, что, ну, как бы я, ну, видел одно, а понимал по-другому. Я понимал так: «Если я пойду долиной смерти, то не убоюсь зла». Но это не долина смерти, это долина тени. Тень не причинит вам абсолютно никакого вреда, но это не просто тень, это тень смерти.
И когда над тобой нависает тень смерти, то это реально страшно. Но это всего лишь тень. Об этом нужно помнить и никогда об этом не забывать. И в моей жизни было 4 таких момента, в которые, знаете, вот в тот момент, когда они в моей жизни происходили, мне было очень страшно. А когда они проходили, мне было стыдно за то, что мне было страшно. Вот. Но у нас уже, наверное, это я долго займу времени. Да? Хорошо. Знаете, вот когда мы только начали церковь, нас отправили с женой в соседний город, находящийся рядом с Донецком. И прежде чем туда поехать, я переживал очень сильную, знаете, вот такую пустыню. Мне было так плохо, у меня была такая жуткая депрессия. И я однажды выразил эту депрессию в стихах. Я написал такие стихи. «Огустел надо мною мрак, не видать ничего вокруг. Но я знаю, Всевышний Бог разорвет этот замкнутый круг. Вел по жизни меня Господь, светом Он надо мной светил. Не бывало таких долин, чтоб я с Господом не проходил». Время прежнее, вижу я, умолило меня чуть-чуть, но последующее, верю я, возвеличит нелегкий путь. Знаю я, не всегда будет мрак там, где он теперь огустел. Знаю я, всемогущий Бог положил этой тьме предел. И знаете, я этим стихом боролся с этой тьмой. И знаете, у меня было такое состояние. Я переживал обиду на пастора. И прям так обижался на него сильно, и знаете, ну, я его любил, уважал и где-то боялся даже, и я не имел дерзновения, чтобы вот прийти с ним поговорить, но я находился в таком состоянии, что, знаете, я ходил и разговаривал с ним, и вот ходил и высказывал ему все, и думаю, ну почему я не могу ему лично высказать это, почему вот я сам в себе хожу и разговариваю, и потом, знаете, я пришел в такое состояние, что мне было так плохо просто, так тяжело. Я думаю, нет, я пойду с ним и поговорю. Я пришел к нему, он сидел в офисе, я зашел такой, посмотрел на него и думаю, директор. И знаете, но я ему говорю, пастор, мне плохо, у меня вот то-то, то-то, так и так. А он мне говорит, ну, а он меня посылал вот в тот город, в котором я сейчас служу. А я тянул как бы и не хотел ехать. И он мне говорит, ну, конечно, ну, ты же в Макеевку не поехал. Я ему говорю, ну, так и что мне теперь в ад идти? Он говорит, нет, Бог есть Бог второго шанса. Ну, и знаете, все-таки мы поехали. И первое время, когда мы находились в этом городе, я испытывал, знаете, такое состояние, ну, как будто ты находишься, ну, на войне, на работе, когда, ну, всегда хочется домой, всегда хочется уехать. И вот я когда приезжал домой в Донецк, я там, ну, расслаблялся, мне было хорошо. А в Макеевке я всегда находился под напряжением. Всегда было так тяжело, вот первое время. Потом Господь начал прилагать спасаемых, начали приходить люди, и покаялась одна женщина, и такая хорошая, ревностная женщина, и мне начал звонить ее муж. Я поднимаю трубку, и первое, что я слышу, на меня обрушивается шквал нецензурной брани, сразу прям, сходу, и ты такой, и ты сякой, и я не знаю, что с тобой сделаю, я наведу на тебя бандитов, и там, ну, все, с тобой разберусь. Но знаете, я все это выслушал, но как бы находился в нормальном состоянии, и я подумал, ну опасно так говорить. Думаю, просто не доедешь ты до меня, если даже и поедешь. Вот, но это еще не все. Значит, понимаете, долина смертной тени, тень должна сгуститься. Но ты реально должен понять, что смерть сгущает над тобой свою тень. Это, ну, реальная опасность. И он звонил мне регулярно, вот, и проводил свои определенные процедуры. Потом была другая ситуация. У нас покаялась другая женщина, а у нее был сын такой под 2 метра ростом, здоровый. И он подумал, ага, приехали какие-то аферисты, сектанты, мою мать затянули в свою секту и попытаются переписать у нее квартиру. И он прописался у нее, и, ну, у нас такого намерения не было, соответственно. Ну, как бы вот такая ситуация. Потом другая ситуация. Покаялась другая сестра.
И вот эта сестра, у которой вот этот двухметровый сын, она ее наставляла. А у той неверующий муж. И она ей рассказывает, вот мой муж такой-сякой, вот он обижает меня. И она говорит ей, да зачем он тебе нужен? Разведись с ним. И она пошла, пришла к своему мужу и говорит, мне вообще одна сестра сказала, чтобы я с тобой развелась. А он сидел в тюрьме читал Библию и говорит, а что это у вас за церковь, что у вас говорят, чтобы развелись? Говорит, я пойду разберусь. И он пришел на собрание, меня тогда не было на собрании. Вот проповедовал у нас другой пастор, он с ним поговорил. Потом я был в отъезде, я приехал, и мне рассказали эту ситуацию. Я такой думаю, ой-ой-ой-ой-ой. Встречаю эту сестру и говорю, сестра, да что же вы такое говорите? Как вы могли наставлять сестру такими словами? Она мне говорит, пастор, я уже ничего не хочу. Я повеситься хочу. И знаете, и тень смерти сгустилась надо мной. И знаете, и дьявол нарисовал такую логическую цепочку. А что интересно, вот эти три человека, первый, который меня злословил, второй двухметровый и третий муж той сестры, они все втроем друг друга знают. И знаете, дьявол нарисовал такую логическую цепочку в моем разуме, они все втроем соберутся и как наваляют тебе. И знаете, и такая мысль, уезжай отсюда. И я такой думаю, точно, надо текать отсюда. А потом думаю, стоп, да нет, никуда я не поеду, я останусь здесь. И знаете, и пум, и все лопнуло. Через некоторое время вот этот, который злословил меня нецензурной бранью, он однажды сказал своей жене, немножко подвыпивший, говорит, Царев самый лучший проповедник. Говорит, там кого-то смотрел, где-то там, жена его по телевизору, он говорит, Царева туда надо позвать, чтобы Царев там проповедовал. Вот, и он время от времени приходит к нам на собрание, но еще не покаялся. Потом вот этот двухметровый сын, я тоже с ним общался, проповедовал ему, он бизнесмен, но он приглашал меня, чтобы я магазин у него освещал. Я помолился у него в магазине, рассказал ему, что на самом деле освещает, что присутствие святого освещает, тебе покаяться надо, говорю, десятину надо тебе давать, чтобы Господь благословлял твой бизнес. А вот тот третий, который, третьей сестры муж, он начал потом передавать десятину в нашу церковь. Вот все эти три человека, они не пришли, но имели какое-то участие в моей жизни и в моем служении. Но это был первый такой уровень страха, опасности, это сгущение смертной тени, которую я переживал, которую, Давид в своей жизни охарактеризовал, как если будут наступать на меня злодеи и противники. Потом, когда проходит время, ты оборачиваешься назад и думаешь, чего я боялся? Вообще бояться было нечего. Вообще не проблема. Но это еще не все. Потом было время, у нас была женская реабилитация, и к нам в реп-центр пришла одна девушка, женщина молодая, которую очень сильно избил муж. Она пришла вся в синяках, он избил ее алюминиевой битой. Настолько сильно, что биту погнул. И она говорит, он просто ужасный человек, но я его боюсь. И мы ее спрятали от него на некоторое время. Потом он мне позвонил, какой-то добрый человек дал ему мой номер телефона. И он мне позвонил и такой, разговаривает со мной весь такой на фене. И такой, слышишь, давай с тобой встретимся. Слышь, я тебе стрелку забью, давай с тобой встретимся. И знаете, мне не очень хотелось с ним встречаться, я начал так дипломатично уходить, находить отговорки, чтобы с ним не встречаться, но понял, что все равно надо встретиться. Я назначил там ему встречу, он идет ко мне навстречу, распахнул джинсовую куртку, на поясе у него висит пистолет, продемонстрировал, что у него висит пистолет, подошел ко мне, так, разговаривает, чвыркая через зубы. Говорит мне, слышишь, я сейчас приставлю тебе пистолет к голове, и ты повезешь меня к моей жене.
И знаете, и как бы, ну как бы, по идее-то и надо бы как бы отвезти его к жене или жену к нему привезти, но семья же все-таки, но я понимаю, что не время. Он не представлял мне пистолет к голове, но я в тот момент на самом деле серьезно задумался. Я думаю, а если бы он приставил мне пистолет к голове, как бы я себя повел? И знаете, я проанализировал свое состояние, и я подумал, я бы его не повез, потому что я бы потом не смог бы, ну, быть проповедником в этой церкви. Я, если бы я совершил определенное предательство и поступил бы не по вере, я потом не смог бы дальше, ну, продолжать свое служение. Потом прошло время, этот человек пришел в церковь, покаялся, выбросил в речку свой пистолет. И знаете, потом, ну он просто, это, ну так коротко, он просто очень сильно меня мучил перед этим, как прийти. Он тоже мне звонил, и он просто мотал мне нервы, он мне и угрожал, и я просто пил валерьянку. Он, ну просто, я терял покой, он мне позвонит, и я все, я не могу спать, я только о нем и думаю. Вот, но это помогало мне за него молиться. Потом он покаялся, потом восстановилась их семья, ну, потом они ушли из церкви, к сожалению. Но знаете, когда я узнал этого человека поближе, каким он был на самом деле, я понимаю, что он никогда бы в жизни даже не приставил бы пистолет мне к голове, не говоря уже о том, чтобы выстрелить в него. И если бы я просто повел бы себя немного напористей, просто, ну, он просто бы меня испугался. Но знаете, вот я в своей церкви проповедую и говорю, братья и сестры, никогда не унижайте и не пренебрегайте тем, кто рядом с вами сидит, особенно если это молодежь, потому что мы не знаем, кем будет этот человек впоследствии. И очень важно сохранять правильные отношения. Однажды братья с Иосифом не сохранили правильных отношений, потом боялись, когда Иосиф достиг определенного положения. И знаете, вот у нас, когда началась война, мне говорят братья и сестры, ну, от того парня с пистолетом, звали Витя, и они поднимаются, ну, в зал и говорят, пастор, там Витя, говорит, с четырьмя военными, с автоматами, говорят, стоят внизу. И у меня так сердце, знаете. И, ну, я говорю, ну и что? Ну пусть заходят, ну какая разница? И знаете, ну, он пошел в ополчение, и, ну, а он там ездил ко всем, ну, там, он потом после нас был еще в одной церкви и демонстрировал, что у него полный багажник пулеметов, гранатометов, автоматов. Вот, ну, просто человек так самоутверждался. И знаете, вот когда они пришли, зашли в собрание, я думаю, Господи, спасибо тебе, что я не нахамил, не нагрубил в свое время, правильно себя вел. И, ну, сегодня мне ничего не угрожает, сегодня со мной все нормально. Это, ну, это второй такой момент в моей жизни. И был третий момент в моей жизни. Однажды в нашей церкви покаялась одна девочка, 16-летняя. Ее отец ходил в нашу церковь, а семья их была в разводе, и он, ну, как бы, ну, он вел плохой образ жизни и не участвовал в воспитании своей дочери. Ну, а в 16 лет она пришла, и как бы, ну, нормально все, отношения у них восстановились. А он даже ей не проповедовал. Она сама вдруг вот почувствовала такую жажду, начала искать в интернете информацию и пришла в церковь. И знаете, вот пришла ее мама, пришел дедушка ее, и они просто восстали на нас, они ворвались к нам домой, начали нам угрожать, мы на вас наведем журналистов, там всех там на вас наведем, ну ладно, ну наведете, так наведете. И однажды, ну я иду, у меня зазвонил телефон, я поднимаю трубку, мне говорят, здравствуйте, вам известна такая-то, такая-то? Я говорю, ну да, ну назвали имя этой девочки. Говорят, вам звонят из СБУ. Говорят, нужно с вами встретиться. У меня так тук-тук-тук-тук-тук. Страшно. И я говорю, ну давайте встретимся. И назначил он мне встречу.
Я приехал туда, сел к нему в машину, и он начал мне рассказывать о том, что, ну вот, ее мама работала в контрольно-ревизионном управлении, ну и там как бы имела какие-то отношения с властями. Ну, я, честно говоря, даже не знаю до конца, был ли он СБУшником, я у него удостоверение не проверил. Вот, но он начал мне рассказывать, говорит, ну, понимаете, вот, ну, сделайте так, чтобы эта девочка к вам в церковь не ходила. Я просто как бы к вам по-хорошему, чтобы без всяких этих, потому что, ну, если не захотите по-хорошему, у нас есть варианты, как надавить на вас по-другому. А я говорю, а вы работник СБУ? Он говорит, да. Я ему говорю, вы знаете, вот вы меня просите, ну, СБУ – это служба безопасности Украины, если кто-то не знает. Я говорю, вот то, о чем вы меня просите, это было бы подобно тому, если бы я попросил вас заложить куда-нибудь взрывное устройство. Вы бы это сделали? Он говорит, нет. Я говорю, а как вы можете просить меня, пастора, чтобы я, ну, обманул, ну, человека, сказал, что по каким-то причинам ему не нужно ходить в нашу церковь? Я ему говорю, я этого не сделаю. Он говорит, ну, тогда у нас, на вас будут другие элементы воздействия. Я говорю, ну, воздействуйте, ладно, что ж. Через некоторое время мне звонит директор клуба в помещение, в котором мы арендовали, и говорит, Саша, что там у вас происходит? Что там у вас за девочка? Что там за ситуация? Мне позвонили с шахты, мне позвонили с исполкома, сказали, что там у тебя какая-то секта, выгони их. И она говорит, мне не нужны неприятности. Ну, говорит, извини, мне придется вас выгнать. Я говорю, ну что ж, ну ладно. А мы с ней в хороших отношениях были. Я говорю, ну, мы уйдем, я вам буду звонить, спрашивать, интересовались нами или нет. И знаете, но мы ушли, мы попросились там в другую церковь на 2 месяца. Нас пустили, и мне было очень страшно. И это все, ну, действует на нервы, это все мучает. И я пытался найти различные, как бы, пути разрешения. У нас в церковь ходила одна женщина знакомая, она была капитан СБУ, и она потом ушла на пенсию, они уехали в другой город, я ей позвонил. Ну, а я даже как бы и фамилии этого человека не знаю, имя просто знал. Говорю, а можно как-то там на него наехать? Она говорит, ну, попробуем. А я внутри понимаю, что никто на него не наедет, а я веду себя как Иосиф, который говорит виночерпию, слышишь, замолви обо мне слово перед фараоном, когда тебе будет хорошо. Ну, вы знаете, ну, позвонил я директору, говорю, ну что, интересовались нами? Интересовались. Через неделю еще раз позвонил. Говорю, ну что, интересовались нами? Интересовались. Через неделю еще раз позвонил. Интересовались нами? Нет. Через неделю еще раз позвонил. Интересовались? Нет. Ну, мы тогда возвращаемся. Ну, возвращайтесь. И мы вернулись. И все нормально. И ничего не случилось. Ничего не произошло. У Бога все под контролем. И была другая ситуация. Началась у нас война. И знаете, вот первое, что произошло, я читал Евангелие от Матфея, и Господь проговорил в мое сердце, когда услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. И я думаю, интересно, ну реально войны и военные слухи, они ужасают, они реально ужасают. И я думаю, но они не ужасают, когда это где-то далеко. Ну, я слышал, когда была война в Чечне, это страшно, но меня это не ужасало. Когда были там войны там, в Ираке, там, в Сирии, еще где-то, это страшно, но меня это не ужасало. Но когда ты слышишь звуки залпов, и когда ты, ну, видишь посеченные осколками там, дома, когда ты слышишь о погибающих людях, когда ты видишь... Ну, мы выезжали, там, ехали на море, видели колонны военной техники, которые движутся. Я никогда таких оружий страшных не видел. И когда ты смотришь на все это, думаешь, ой-ой-ой, это же все будет стрелять. Это все страшно. Господь говорит, когда услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь. Но Он проговорил в мое сердце вот через это место из Писания. И вы знаете, я почувствовал, вот, что вот в этой войне есть точно такой же дух, который был вот в предыдущих испытаниях, через которые я проходил. Когда мы
правильно проходим через определенные испытания, мы приобретаем опыт. И у нас появляется способность, потому что, знаете, вот есть такие моменты, когда, ну, Давид говорит, там, злодеи, противники, враги и даже полк. Это одно дело. Допустим, ну, Илью приходили, чтобы взять там 50 человек, он сводил на них огонь с неба. Но война – это вообще совершенно другое действие. Это хаотичное движение смертельно опасных частиц, от которых ты никуда не скроешься. Если, ну, взрывается снаряд, разлетаются осколки, ты от них никуда не скроешься. Ну, реально, ну, невозможно от этого убежать. Война, она хаотичная. И вот по статистике на войне больше гибнет от шальных пуль, нежели от прицельных. Ты не знаешь, где настигнет тебя смерть. И Давид говорит, если восстанет против меня война, он говорит, и тогда буду надеяться. И тогда буду надеяться. И знаете, я ободрял церковь. Я ободрял братьев и сестер. Некоторые говорили, надо уезжать, надо все бросать, надо уезжать. Вот Бог открывает, что здесь будут страшные вещи, что здесь будет ужас, что происходить. И я говорю, ну и что? Ну не все же отсюда уедут. Но здесь же кто-то останется. А как? Они здесь останутся, а церкви здесь не будет. Они здесь останутся, у них возникнет нужда, а ответа на их нужду не будет. Нам нужно быть здесь. Знаете, я всегда вот слышал, когда кто-то ехал куда-то в горячие точки, я думал, какие молодцы, какие смелые, как они не боятся. И думаю, а тут такая вот возможность появилась, и ехать никуда не надо. И знаете, вот, ну, кто-то может вот послушать и подумать, о, вот это герой, вот это молодец. Вы знаете, на самом деле в этом нет никакого геройства. Я вам хочу сказать, в любых обстоятельствах, где мы находимся по воле Божьей, стоять одинаково легко и одинаково тяжело. Ну, в любых абсолютно обстоятельствах. У нас один брат поехал миссионером в Киргизию. И я ему говорю, слушай, как ты там вообще, ну, служишь? У них мечеть там через дорогу. К ним там время от времени в молитвенный дом ломятся. Стекла били им. Они там, ну, завесили сеткой стекла, потому что им время от времени их били. Я говорю, слушай, как ты там находишься? Он говорит, я не знаю, как вы там находитесь. Я говорю, да нормально находимся, и мы там нормально находимся. Когда ты по воле Божьей где-то пребываешь, Бог дает благодати, и Он укрепляет. И знаете, и вот, ну, были разные страхи, разные сомнения, разные переживания, но я проповедовал людям, я получал слово от Господа, что Бог нас не оставит. Вы знаете, вот в таких обстоятельствах я читал Библию, и я удивился, оказывается, Библия является пособием по выживанию во время боевых действий. Я даже никогда и не думал, там все написано о том, как выжить во время войны. Там задается такой вопрос, кто может жить при огне пожирающем? Кто может жить при вечном пламени? Ну, и задается вопрос. И на этот вопрос там находится ответ. Ну, я не помню место из Писания, но там говорится, что тот, кто в правильном состоянии, Бог позаботится о таком человеке, и Он не оставит его без милости. Знаете, для нас в это время стало очень актуально такое слово. У нас брат один вышел и прочитал обетование из книги пророка Исаии, где написано, и град будет падать на лес. И он говорит, для нас это сегодня так актуально, чтобы град падал на лес. Не на город, а на лес. Ну, град – это оружие, система залпового огня. И, ну, было тяжело, было трудно. Знаете, у меня жена в таком эмоциональном порыве, но она мне тоже говорила, надо уезжать, надо уезжать. А я ей говорю, да мы не уедем никуда. И она мне однажды сказала, говорит, если с детьми что-то случится, я тебе этого не прощу. И у меня бывали моменты, когда мне было тяжело, я закрывался в комнате, я плакал, говорил, Господи, пожалуйста, не подведи меня. Ну, я всем сказал, что никто не пострадает, пожалуйста, не подведи меня. Я в своей церкви говорил, братья и сестры, но я говорю о том, во что я верю. Ну, Бог сохранит нас, Он нас не оставит. Я говорю, но если я ошибаюсь,
Я с вами здесь, и я тоже пострадаю, я никуда не уезжаю, я с вами. И знаете, Господь позаботился о нас. Ну, у нас были разные страхи. То говорили, что воду отравили, и был страшный ажиотаж, скупили во всех магазинах воду, там во всех этих местах, где разливают воду очищенную, жуткие очереди. У нас были очереди на родники. Я приехал на родник, мне пришлось полдня выстоять в очереди, чтобы из родника набрать воды. И знаете, а потом, когда, было время, тоже воды не было, но потом, когда начинает течь вода из крана, думаешь, аллилуйя, какое благословение, вода течет из крана. Но знаете, Бог не оставил, Он позаботился. И поддерживали гуманитаркой, мы развозили гуманитарку, поддерживали людей. И все, что нужно, Господь даже работу давал, во всех обстоятельствах, во всех трудностях, Бог, Он реально позаботился. Знаете, Бог верный. И жить с Богом очень интересно. И в момент испытаний всегда трудно. В момент испытаний всегда страшно. Но когда ты проходишь эти испытания и оглядываешься назад, то ты понимаешь, что долиной смертной тени идти не страшно. Потому что это не долина смерти, это долина тени. И я верю. Я слышал об этом свидетельство, я этого еще не испытывал в своей жизни, но говорят, что когда ты в правильном состоянии, Господь скажет тебе, когда Он тебя заберет. И Он мне еще не сказал, что Он меня заберет. И, соответственно, мы можем смело доверяться Его рукам. Он заботливый Отец, Он добрый пастырь, и Он не оставит нас без милости Своей. И в заключение, еще короткая библейская история. Помните Мардохея, который не захотел поклониться Аману? И в его жизни тоже обстоятельства сгустились до такой ситуации, что он сидит у этих ворот и слышит, как стучат молотки. И, возможно, какие-нибудь, мы можем предположить, в кавычках, доброжелатели проходили мимо и говорили: «Слышишь, Мардохей? Что там происходит?» Да выделывался, хотел выделяться, хотел быть не таким, как все. Там виселицу строят. А знаешь, для кого виселицу строят? Для тебя. И представьте, можно ли в состоянии Мардохея предположить, что что-то может измениться? Можно ли в состоянии Мардохея предположить, что тебя на этой виселице не повесят? И знаете, если бы кто-то проходил и сказал: «Мардохей, не переживай, завтра на этой виселице будет висеть Аман». В это невозможно поверить. Аман – великий человек. Аман – это власть. Аман имеет царскую печать. Ему позволено делать все, что он захочет. Это невозможно. Для Бога нет ничего невозможного. Дорогие братья и сестры, в каких бы обстоятельствах мы с вами не пребывали, Бог верен. И если мы останемся верными Ему, Он не оставит нас, Он поддержит нас и через все обстоятельства проведет и выведет нас победителями. И у нас будет очень хорошее свидетельство, которым мы сможем ободрить друг друга. Давайте встанем и мы помолимся. Мы помолимся о том, чтобы нам не уклониться от веры, чтобы нам внимать Слову Божьему, а не духом-обольстителям, внимать Слову Божьему, а не учению лжесловесников, которые говорят одно, а поступают совершенно по-другому. И пусть благодать Божья, она возвращает нас в правильное положение перед Богом и хранит, чтобы мы могли приносить плод во славу.